воскресенье в Самарской области малооблачно, преимущественно без осадков, 0 плюс 2 градуса днем, ночью 4-6 ниже 0, юго-западный ветер 1-3 метра в секунду. В Сызрани переменная облачность. Днем плюс 1, ночью минус 5 градусов. Юго-западный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти небольшая облачность. Днем 0 градусов, ночью минус 3. Юго-западный ветер 2 метра в секунду. В Самаре малооблачно. Днем минус 1 градус, ночью 5 ниже 0. Юго-западный ветер, скорость 3 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 78%. Внимание, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.